Сначала я хочу рассказать вам про манеж. Этот манеж-кровать, он предназначен для малыша с рождения и примерно до веса 16 килограмм. Здесь есть верхний уровень, как колыбелька он. Он легко крепится, но при этом очень надежно. То есть сначала для младенца до 8 килограмм вы используете этот верхний уровень, а затем малыш, получается, после 8 килограмм, ну это примерно там где-то, может быть, после 4-6 месяцев, вы уже можете использовать нижний уровень этого манежа как кроватку и также как колыбельку. И самый главный момент, да, в чем же уникальность этого манежа? У кого были манежи-кровати, те, наверное, знают, что для того, чтобы открыть или сложить этот манеж, вам необходимо расфиксировать или зафиксировать каждую из четырех сторон. Здесь все просто. Раз, одним движением вы собрали манеж, и также одним движением руки вы его раскладываете. Вот, видите, еще раз могу показать. Вот, раз, и все. То есть и не надо фиксировать никакие стороны.